Так, ну что ж, друзья, с вами, как всегда, драйвер 51 рус. И продолжаем тест чемпион БК-7712. Значит, вот такая хрень пока что. Стояла вот трава вот как чуть дальше там, да? Ну вот такая, сантиметров 50, наверное, да? 40-50. Целина, короче. Тут чуть не влип, короче. Такая ситуация. Видите, подтеки масла, да? Ага. Это в бумагах написано при транспортировке, ребята, сливать масло. Значит, ну я как бы транспортировал-то его стоя. Не ложил никуда. Но проблема вот с этой травой, да, на фреза. И во время, когда ее снимал, я его валял тут. И наперед ложил, ребята, и на бок. Твою дивизию. Эть. Вот. После того, как я их почистил, решил завестись, да, дальше продолжить. И не смог провернуть стартер. Как будто двигатель заклинил. Я так и подумал, что он, конечно, заклинил. Но беда в чем была. Снял я стартер, прокрутил двигатель в обратную сторону, двигатель идет. Вот. Естественно, что я сделал? Снял свечку, поставил стартер обратно и попытался без свечи крутнуть, да? Крутнул, у меня полилось прям с цилиндра масло. С цилиндра. Ну, потом в процессе заводки из глушака тоже. Короче, пока я вывалял, ребят, масло перетекло в горшок сам. Так что не валяйте его, не ложите ни на бок, ни наперед, вообще никуда, только в стоячем положении должен находиться. Или иначе у вас тоже такая же хрень может возникнуть. Не сможете завестись. Я подумал, что двигатель вообще заклинил. То есть просто в цилиндре, когда поршень доходит до верхней мертвой точки, да, там было масло, и поэтому он до конца свой цикл не делал. Так что имейте в виду, ребята, и при транспортировке желательно в стоячем состоянии. Потому что если он как-то будет на бок, чуть вперед, сильно назад, там, да, может все это дело перетечь в горшок, и будет проблема. Видите, он весь сейчас, я его тряпкой обтер, естественно, я его завел, достал свечу, стартером покрутил, цилиндр выплюнул, там все масло, которое можно было, я свечу опять почистил, вытер и вставил. И раза с 10-го завел, все тут дымило, как на паровозе, как будто дизельный чемпион завел. Вот. И топливный бак, крышка тоже неплотно прилегает, тоже заметил, пока его валял, откуда-то с-под пробки потекло. Так что вот, а так, в принципе, такая ерунда. Сейчас все опять нормально заводится. Ну, вот видите, еще следы от масла. То есть это я тряпкой масляной вытирал. И уже земля сюда вон вся поналипла. Так что, ребята, если будете фрезы освобождать от травы, то не ложите его ни на бок, ни на морду, как это я сделал. То есть я положил его вот так. Сзади пытался там вытащить. Вот. Ситуация. 25-й раз затягиваю, все равно какой-то ход тут есть. Что-то тут надо тут думать, какую-то другую хреновину. Вот, и все. Сейчас будем дальше продолжать колбасить. Все, урубаемся и поехали. Все, смотрите продолжение дальше.